Да, вопрос, кому же все-таки свистели в Олимпийском? Пришло смс-сообщение. Знаете, я пришел, чтобы посмотреть бой человека, которого я очень уважаю. Я даже помогал ему отчасти организовывать, попросил там наши финансовые учреждения помочь в организации этого боя. Федор Емельяненко достойный боец. Я, когда начал говорить, действительно какой-то шум там в каком-то секторе возник. Это действительно так. Никакого свиста я не слышал. И вообще непонятно, чем был вызван этот шум. Закончил, кстати говоря, под аплодисменты зала. Но этот шум мог быть вызван самыми различными причинами. Одна из них, что физиономия моя, которую и так видят постоянно на экранах, появившаяся еще и на ринге, вызвала некоторое неудовольствие. Вполне это допускаю. Абсолютно это нормально. И не обижаюсь на тех, кто пошумел. Вторая возможность, это, может быть, не были довольны, значит, там, Монсоном, который в это время проходил мимо собравшихся зрителей. Третья возможность, люди были недовольны самим боем. Некоторые посчитали, что это фальсифицированный бой, потому что Федор выглядел явно свежим и закончил бой в такой форме, которая не характерна для боев без правил. Но я должен сказать, что вот с этим я точно не согласен. Потому что Федор выбрал очень верную тактику ведения боя. А Монсон, он опытный и очень сильный боец. За неделю или за две недели до этого он выиграл у другого нашего спортсмена. Федор проанализировал то, как ведет себя Монсон, не стал лезть в партер, ну, это для специалистов скажу, вот Аслаханов это знает, чтобы не стратить силы, не попасть в ту ситуацию, где его соперник, безусловно, имел преимущество. И эту линию поведения, ведения боя, выстроил абсолютно безупречно и выиграл достойно. Но не меньше уважения, безусловно, заслуживает и его соперник, который, на мой взгляд, проявил и мужество, и характер. Да, это выглядело, может быть, так, как не выглядели другие бои. Но надо не забывать, что и весовая категория, в которой Федор выступает, она, как правило, не... Вот бои в такой весовой категории отличаются сильно от легких весовых категорий, где более динамично протекает бой или схватка. Так что ничего здесь особенного нет. То, что некоторые наши противники, мои в частности, это раз схватили и начали раскручивать, ну, это их работа такая, им за это деньги платят.